Ну давай, дорогой, ты пробыл у нас сколько? 3 недели. И что? Что увозишь? Что взял, что получил, что открыл, что произошло? Ой, ну, во-первых, я хотел сказать о том, что сюда я долго собирался. Я чувствовал, что меня тянет каким-то магнитиком сюда. Ну, как я вот уже до этого говорил, когда мы про фильм когда говорили. Какая-то вот есть мембранка такая, за которой тебе хорошо и привычно, ты там соответствуешь ролям, ожиданиям, и от этого как будто бы, ну, целостность какая-то внешняя. А тут надо совершенно от всего отказаться и быть в новом пространстве, в новой роли совершенно. И меня вот это очень тормозило. Ну, вроде бы никто не требовал никаких отказов. Да, но когда я дома-то был еще и собирался, у меня же все это прокручивалось в голове. Вот. И поэтому я в сентябре хотел приехать, но я не приехал по этой причине. Потому что я просто не смог пробиться через вот эту вот свою какую-то чешую. А сейчас вот у меня уже бывает такое чувство, что если я не сделаю что-то, я потом просто себя не буду уважать. Мне надо дойти до стенки, до какой-то, чтобы потом просто... Вот, я поехал. Чё вот как тут сказать? Ну, 3 недели, это я не для красивых слов говорю, а просто вот так, как сейчас у меня идет, это как такая маленькая жизнь у меня. Вообще, как маленькая жизнь. Почему так? Ну, во-первых, ко мне... За все время никогда нигде так хорошо не относились, как здесь. Вот. Дома там, в детстве, не в детстве. Такого никогда не было. И просто, с одной стороны, в это не верится даже. А с другой стороны, ты это испытываешь, чувствуешь, но ты не знаешь, блин, как с этим быть. Как реагировать на это, как отвечать или не отвечать. То есть это что-то новое совершенно. Вот, это получается, что на этот период, пока я здесь жил, но пока я здесь жил, я был здесь, больше меня нигде не было. Старался я там о доме не думать, там ни о чем другом не думать, старался погрузиться максимально сюда. Тут, ну, произошло как будто бы такое мое рождение и взросление, и созревание, что ли. Потому что когда сюда приехал, что-то совершенно новое, необычное. Какие-то мы делали там вещи, медитации, практики, наш разговор с вами. То есть это как будто бы для меня было рождение и вхождение в какую-то новую жизнь. Я сразу же в первые дни получил такую интенсивность, что вот я к вам тогда подходил, хотел уехать, потому что я чувствую, что я больше не вынесу. Хорошо, что вы меня тогда... Не вынесешь чего? Вот здесь очень важный утерянный референтный индекс. Не вынесешь чего? Не вынесу... Сейчас... Интенсивности не вынесу. Как будто бы что-то надломится внутри. Но там, правда, надломилось, но это не страшно оказалось. Оказалось, наоборот, это должно было надломиться. Я благодарен вам за то, что вы тогда меня не то что удержали, нет, вы меня не удерживали, а просто сказали мне несколько слов, после которых я думаю, да, что я дурак, что ли? Мне сейчас как раз нужно, наоборот, здесь побыть. Вот. Очень так вот необычно, но вот сейчас мне это хочется сказать, что вот я никогда в жизни не уважал мужчин вообще, старших, в принципе. Всегда у меня была какая-то ненависть к ним, независимость, самостоятельность, отвалить от меня, я все сам. Ну так, в принципе, и получалось именно на своей ненависти, желание отделиться, отдалиться от всех представителей мужского пола, кто были там. В моей семье значимое. Не только в семье, но и среди начальства и прочего. Чего-то я в жизни добивался, делал хорошие вещи. Именно только за счет вот этого негативного импульса. Отвалить я сам. Без вас справлюсь. Справлялся, но за счет вот этого негатива. А здесь я впервые, наверное, почувствовал именно уважение. Уважение к вам, как отцу.
Почему я говорю как? Потому что я не знаю. Я... То есть в моей картине мира, мира нет такого, как уважать отца. Я его, как это сказать, ну вообще не хочу о нем думать лишний раз, вспоминать. Мне пришлось с ним отношения прервать, чтобы просто нормально жить. Очень сложно с ним рядом, мягко выражаясь. Вот. А я чувствую, что просто я не знаю, как объяснить, что вы как отец мне здесь были. То есть, как это? Когда нужно, вы можете сказать какие-то слова, которые просто заходят сразу. Бжинь, вот так вот, куда надо. Вот. Не баловали меня. То есть, но и когда мне нужна была какая-то внимание, забота, то есть вы ее сразу же проявляли. Иногда, может быть, хотелось бы быть к вам чуть ближе, но вот эта дистанция, она тоже была нужна для того, чтобы я, ну, сам был, сам из детства вышел из своего. И это тоже такое, такая эмпатическая мудрость, что ли, с вашей стороны, я так это почувствовал. Вот. Хочу сказать спасибо большое девушкам, Ольге, Насте. Вы были мне как мамочки просто, вот тоже. Додали мне, наверное, то, что нужно было мне. Так вот просто подойдет Настя, обнимемся с ней, вот что-то так поговорим, с Олей тоже. Так вот вроде спасибо, там, помочь, не помочь. И если что-то им надо, они тоже, там, давай вот это вот сделай, там, помоги. То есть есть и совместный труд какой-то, и доброта, любовь, принятие. Наверное, принятие – ключевое слово. Это то, чего, в принципе, не хватает. Я за всех не буду говорить. У меня, конечно, есть наблюдение по поводу окружающего мира. Но вот то, чего мне, наверное, не хватает – принятие. Ну, кажется, то, что я сам себя не принимаю. Конечно, ключевой это здесь. Вот, а здесь я почувствовал это принятие от вас, от вас, от вас. И как-то, как это сказать получше, чтобы банально не было, ну, поверил в себя, что ли. У меня было такое чувство вчера, что мне с собой хорошо. Там у меня тоже разные сейчас проблемы. Я не знаю, что дома будет, как там дома будет, я вообще не знаю. Но у меня даже не мысли, а ощущение родилось того, что... Да как бы ни было, я-то у себя есть, вот. А если я у себя есть, ну а кто захочет быть со мной, там, рядом, не рядом, ну классно, вместе будем. Кто не захочет, блин, мне с собой есть чем заняться, вот. Мы еще там не 90 лет. Вот такие вот вещи. Так вот сейчас... По именам, прям по именам, наверное, уже я не буду, просто вот хочу всем, кто, кого я не назвал сейчас по забывчивости или там еще по какой-то истории, просто каждый вносил какой-то вот свой пазл вот в эту мою такую картину, восприятие, и было классно. Хотелось бы сказать, что я хочу здесь остаться, но да, с одной стороны, было бы классно, а с другой стороны, я понимаю, что мне надо начинать свою жизнь, вот, начинать, потому что у меня сейчас период закончился очень длительный, которым я очень много лет посвятил. Новый я начал, но пока там просто фундамент какой-то, там надо стены, полы, там все. Вот, мне надо туда, мне надо строить сейчас. Я думаю, что вот это так уже 21 день, так вот получается. 21 день – это такой оптимальный срок для психики, чтобы она перестроить, да, интегрировалась старый квадр, да, после изменений. Вот, как раз вот, наверное, так вот совпало. Не знаю. Вот. Можно там отдельно говорить там о каких-то там практиках, медитациях, разговорах, фильмах. Но сейчас это как не хочется размениваться по мелочам. Сейчас какой-то такой вот уже большой пласт получился. А я думаю, кому что
почувствовали. Я не ожидаю того, что сейчас это вообще говорю, просто идет. Вот. Да, я здесь впервые в жизни. Не боюсь там потерять лицо. То есть мне пофигу, я там могу быть глупым, дебильным, не знающим. Для меня это вообще невозможно. Как это я могу что-то не знать? Я всегда должен все знать. Но так и было. То есть я всегда все знаю. А сейчас я могу что-то не знать, и мне нормально. Да пофигу. Не знаю, хрен с ним. Вот. Ну и все. Не знаю там, что будет. Ну и нормально. Ну и нормально. Вот. Ты знаешь, я от души скажу, это очень литературный текст получился. Если вы реально записывали, а не просто, вот тогда можно прям сдать. Вообще, да, будет. Я, ну же, все будет. Я тебя благодарю за то, что ты, ну, приехал и так вот доверился. Я видел, ну, твою некоторую такую, как бы, дистанцированность поначалу, осторожность и в то же время желание навстречу. Ты как-то сам очень четко сформулировал по дистанцию, потому что я стараюсь всегда быть внимательным к тому, сколько меня нужно человеку, чтобы ему не так, чтобы я ему что-то закрыл или заменил, или кем-то стал. Вот. И мудрость твоей души, ну, как бы выбрала эту дистанцию сама. Я здесь был вторым, я согласился. Поэтому мы тебе, как говорится, от души желаем. Вот эта прекрасная крутящаяся штука, она с тобой. Поэтому как только ты ее будешь смотреть на нее или просто брать в руки, ты сразу же будет запускаться волшебным образом. Мы верим, чтобы случилось или нет. А то. Да, будет волшебным образом все, вот именно на духовном, даже не на формальном уровне, все лучшее, что здесь. И изнутри тебя же, это же был твой фильм. В твоем фильме ты и главная роль, и режиссер, и главный положительный, и главный отрицательный персонаж. Но вот то, что вот здесь, да, вот это тоже я здесь вместе, понял. Да? То есть, и самое интересное, и монтажер ты, вот, и продюсер. Надо же себя продвигать еще сейчас. Без продвижения никак. Вот, поэтому я очень рад и благодарен тебе, что вот мы тоже с тобой прожили здесь. И с радостью, спокойствием духа прям отпускаю тебя, прям как птицу в этот мир, просто лети, как говорится. И мы тоже как-то с тобой, не так, чтобы формально, а именно поэтому, а в эпоху интернета просто пиши, звони там, вот, что-то родится, или подкаст какой-то, пересылай, все. Оно, я очень, понимаешь, я очень ценю такую вещь в мужчинах, как интеллект, структурированность, вот это все знаю, это очень хорошее мужское качество. Но когда при этом добавлена душа, вот то, с чем ты, из которой говорил, то это иначе, это как русло, наполненное водой. Вот, поэтому я как-то с радостью, благодарностью и вообще с чем-то хорошим, и прям что-то еще вот такое прям. Раз, два, три, все. Спасибо. Спасибо. Ну что?